всем привет, всем путешественникам привет. А проезжая, какие есть подводные камни для россиян в Беларуси? Не работают никакие наши карты, кроме карты МИР. Если вам нужно заправиться, то если только картой МИР или белорусскими рублями. Ни евро, ни наши рубли российские здесь никто не принимает, и поесть тоже не получится у вас. Поэтому нужно сразу поменять где-то деньги. У нас такой возможности не очень, потому что сегодня воскресенье.